музыка явление амбивалентное, да? Спорное, прямо скажем. Да. На грани приличного, на грани официального, на грани возможного. Когда надо, включал второго такого Цоя на порядок выше. Оперная певица плюс козел на сцене – это уже не то же самое, что отдельно два концерта – козел и певица в разных местах, да? Не предполагали, к чему все это приведет. Мы хотим видеть дальше, чем окна дома напротив. Мы хотим жить, мы живучи, как кошки. И вот мы пришли заявить о своих правах. Да, слышишь шелест плащей, это мы. Дальше действовать будем мы. Поколение дворников и сторожей потеряло друг друга в просторах бесконечной земли. Все разошлись по домам. В наше время, когда каждый третий герой, они не пишут статей, они не шлют телеграмм, они стоят как ступени. Когда горящая нефть хлещется дышанно на этаж. Здравствуй, моя смерть. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Проститутки в Москве из центра города до аэропорта стояли, когда бабушки продавали носки на улице и спички. Замерзшие пальцы ломают спички, от которых зажгутся костры. Курёхин как раз в той такой категории людей мы задвигал мгновенно. То есть я просто-напросто хочу сказать, что Ленин был грибом. Я видела, что история меняется перед глазами. Если бы он родился в Индии средневековой, то он бы был отнесен сразу же к категории святых. Потому что если ты лично, персонально пишешь текст, который потом миллионы повторяют, это говорит то, что не просто человек или поэт, можно даже сказать пророк. Можно начинать.